Здорово, с вами Серега, как и договаривались, 3000 лайков мы осилили, поэтому я купил 500 кейсов калашников. И как обычно, абсолютно все, что сегодня выпадет мне в этом ролике, я отдам вам. Временные пушки вы сможете найти в конце видео, а именно то, что выпадет навсегда, вы можете получить за лайк, подписку и абсолютно любой комментарий. Итоги вы сможете найти в группе ВКонтакте, либо же вам просто придет уведомление о том, то, что я ответил на ваш комментарий и вы выиграли. Однако, в какие тайминги я попал? Именно сегодня я и хотел открыть вот эту вот огроменную кучу коронных кейсов. И вы представляете, именно сегодня их убрали. Их заменили на вот такие вот кредитные кейсы. То есть сейчас за просмотр рекламы можно получить реально кредитный кейс. Конечно, начинка не самая идеальная. Например, такого же кредитного кейса, где было 100 тысяч кредитов, 10 тысяч кредитов, максимальная награда, тут 1000 кредитов. Но знаете, если получить все это дело бесплатно, я думаю, неплохо. То есть вот за один день на одном только аккаунте, а их можно с нескольких фармить, я смог зафармить себе такое количество кейсов. И в принципе, я очень доволен. В описании я оставлю вам ссылку, что нужно скачать. Приложение MyGames, где можно также смотреть рекламу. Раньше можно было получать коронный кейс, сейчас можно будет вот такие вот кредитные кейсы фармить абсолютно бесплатно, просто смотря рекламу. Естественно, это выгодно, потому что если даже сейчас по 5 кредитов будет падать, они все будут копиться вот тут вот, потом можно создавать пин-коды, себе переводить, либо же вовсе продавать их на лудоги и с этого зарабатывать какие-то деньги. Выбить, конечно, я с них ничего не рассчитываю, я так понимаю, да, о, 10 кредитов, 5 рублей, считай, получил 100 варбаксов. Прикол в том, что эти варбаксы еще на лутдоги каким-то образом прям очень хорошо продаются. Не знаю, зачем людям варбаксы, но это факт. Так что сегодня мы все это дело откроем и посмотрим, что мы сможем с этого залутать. Кстати, вы же в курсе то, что я совсем недавно был на Мальдивах. Отдыхал, хорошо проводил время, и все было довольно классно, потому что когда-то в свое время я изучал английский язык, что, естественно, помогло мне не запутаться во всей этой суете. Можно было решать какие-то проблемы, общаться с людьми и так далее. Раньше на изучение английского не потребовалось большое количество времени, что не сказать, что на 2021 год все эти знания можно получить намного-таки быстрее. И сейчас я вам расскажу как. Онлайн-сервис Puzzle English разработан для максимально ненапряжного самостоятельного изучения английского языка. Ничего лишнего, только грамотно составленные упражнения для прокачки понимания языка на слух. Это аудио и видео пазлы, тренажеры для запоминания слов и мини-игры. Также много упражнений по интересам, отрывки из фильмов, шоу, песни, интервью, обучающие ролики и подкасты. Время, которое вы готовы тратить на занятия, вы выбираете самостоятельно. Хотите 10 минут, хотите час. Один из самых популярных курсов это метод тичера. Что же это такое? Это курс, который подойдет и для новичков, и для тех, кто знает английский на среднем уровне. Любой продукт можно приобрести отдельно на год или взять тариф премиум и получить доступ ко всему сайту на месяц, год, либо же навечно. Выгоднее всего купить премиум навсегда, но если есть сомнения, то можно для начала протестировать месяц всего за 749 рублей. Это цена всего одного похода в Макдональдс. Всем подписчикам канала Puzzle English дарит промокод, по которому можно купить вечный премиум всего за 5090 рублей. Рублей вместо 14 990 рублей, что, как вы понимаете, очень выгодно. Промокод активируется автоматически по ссылке в описании. Переходи по ссылке, начиная осваивать английский язык на Puzzle English. Давайте для начала откроем все мои оставшиеся коронные кейсы. На первом аккаунте у нас 344 кейса. Погнали! Если посчитать, сколько нам выпало, по 10 корон, да, 1690 корон, по 100 корон, 1600 корон, по 50 корон, 800 корон. Итого 4090 корон за 344 кейса. Корон на 2260, 50 корон 950, 100 корон на 900 и всего с 351 кейса 4110 корон. Десять корон 1300, 50 корон 500,
100 корон, 600 корон. И всего корон с 245 кейсов получилось 2400. Да, честно говоря, ужасно. Так я и не смог залутать себе хотя бы 1000 корон. Я ставил себе цель сделать даже 10 тысяч корон, но сколько нужно было этих кейсов собирать? Вот реально, за всю историю, сколько я их открыл уже, наверное, больше 5000 штук, и все же с 5000 штук, к сожалению, не получилось себе ничего выбить. Хотя, если вот этот кейс, вот столько у меня 5000 кейсов было именно с кредитами, то, знаете, тут было бы, наверное, поинтереснее. Там 1000 кредитов хотя бы удалось ей зафармить и, к примеру, бесплатный боевой пропуск купить, что, естественно, очень-очень нереально круто. Вот зря они вот такие награды добавляют, типа, вот нафига они нужны. Вот намного приятнее было, если даже один кредит просто бы падал, но хотя бы не вот эта вот фигня. Ну-ка, это вот 3 кейса, кстати, осталось, все, надо их закрывать, потому что их уже никак не получить. 10 корон напоследок, может быть, напоследок 1000 корон. Все, приступаем к главному гостю на нашем сегодняшнем видео. Это 500 сраных кейсов, дорогие друзья. И я сразу заявляю, если это видео наберет 5000 лайков, я куплю 1000 кейсов, где абсолютно так же все призы отдам именно вам. Не знаю, если хотите принять такой челлендж, давайте, в принципе, попробуем выполнить, потому что уже 1000 кейсов, если 500 кейсов стоило мне 8000 рублей, то, ну, как понимаете, 1000 кейсов уже будет поинтереснее. Хоть я уже 300 кейсов до этого открыл, но, естественно, это не все. Можно открывать дальше, потому что кейс нереально крутой. У него очень много золотых пушек, и я до сих пор смотрю, как люди его покупают. И абсолютно даже с 5 кейсов могут выбить себе какую-то золотую пушку. А я, кстати, открываю это именно на моем везучем аккаунте, на моем третьем твинке, где... Что с коробок удачи золотые пухи выпадают, что с контрактов, что даже с удачных бросков. Очень везет на этом аккаунте, но еще ни разу на этом аккаунте я... Да ладно, что все? Все? Что, сука, за аккаунт? Золотой калаш абсолютно сразу. Что это за аккаунт? Он просто нереальный. Золотой калаш, сосульки. С 23 кейсов золотой АК-12. Да ладно. Я не верю, если мне еще какой-то золотой донат выпадет с этих кейсов, я точно на этом аккаунте теперь буду открывать все кейсы на Игромарсе. Ну потому что, смотрите, что это за везучий аккаунт. Охренеть просто можно. Ну что, дорогие друзья, первая пушка, которую мы разыгрываем в данном видео, это золотой АК-12. Ставите лайк, подписочку на канал оформляйте, пишите абсолютно любой комментарий. И это еще не все, еще у нас очень много кейсов, с которых... Будет смешно, если ничего не выпадет, но я в такое не верю. Ну, блин, кейсов слишком дохрена. Я если с 300 открывал, и мне, считайте, в комментах писали, что мне не очень повезло с 300 кейсов, там людям и больше золотых донатов выпадало, поэтому сегодня я рассчитываю прям вообще максимально ободрать Игромаркет. Поэтому плюс мораль точно должна быть. Кстати, если захотите купить подобный кейс, либо какой-то другой кейс на Игромаркете, можете воспользоваться кодом РГВ. Как видите, все идет ништяково. Кстати, кейс Калашникова, АК-12 выпал, это уже хорошо. Еще бы дробовичок выпал бы. Там-то кто-то золотую пушку еще одну выбил. Не-не, погоди, браток, слышишь? Я тебя сейчас догоню, охрень, как много кейсов. Жалко, что нельзя открывать сразу по 5 кейсов, там по 10, да хотя бы по 2 кейса. Из-за этого получается очень долго. Если я куплю 1000 кейсов, ну их придется открывать, конечно, очень и очень долго. Ну-ка, вот этот не скидываем, сейчас золотой донат выпадает. Да, Виридиан на один день. Вот в прошлом видосе мне что-то не особо везло на обычные пухи. Точнее, что? 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 Серьезно? Серьезно, золотой АМБ, сука! С 50 кейсов 2 золотые пухи, да ну нахер! Что это за аккаунт? Просто я в шоке! Что с него выпадает? Почему я раньше с него не открывал кейс на Игромаркете? Я же видел то, что везет! Что везет в контракты, везет в коробку удачи. Почему я с него не открывал кейсы на Игромаркете до сих пор? Серьезно! Ребята, второй лот на сегодняшнем видео. Всего лишь за лайк, подписку, абсолютно любой комментарий. Золотая АМБ! Еще у нас есть 450 кейсов. Я в шоке вообще. Что это происходит? Это не какое-то говно выпадает именно АМБ, за которое я гнался в прошлом видео. Она мне взяла и спокойно выпала. Мне почему-то кажется, что еще золотая М17 захочет выпасть. Не знаю, почему-то чуечка такая есть, но 2 золотых доната. Именно с кейсов я не выбивал. У меня на этом аккаунте везде, что где я не открывал, каждый видос у меня есть на моем третьем твинке, это что я выбил 3 золотых доната. Поэтому я уверен, что третий нам сегодня точно должен выпасть. Ну, потому что традиции нельзя изменять. Мне 3 золотых доната тут выпало в контрактах, в
коробку удачи. И еще где-то, не помню, может быть, как раз в кубике вот этом выпало 3 золотых доната. Ну, в общем, этот аккаунт минимум по 3 золотых доната мне всегда дает. Ну вот просто вот насколько нужно иметь везучий аккаунт. Просто создаешь каким-то образом, видишь, что на нем выпадает. Все! Это значит, твой клиент, этот аккаунт нужно оставлять. Потому что... Видите, да? Насколько удача просто фартит. Так, что-то давно ничего не выпадало в Warface. Может быть, третью золотую пушку? Ладно, 25 кейсов скипаю, и там пятерочку можно не скипнуть. Просто реально очень хотелось бы посмотреть, прям как оно само доедет до того самого золотого доната и выпает, но... Какое хорошее утро. Сейчас 4 часа дня, какое хорошее утро. Я только проснулся и такой думаю, надо снять видео, как я открываю эти кейсы. Ну, в коронах не очень повезло, как бы это неплохо, бесплатно получается. Получили там чуть больше 12 тысяч корон, да, за столько кейсов. Ну, конечно, приятно, прикольно, одна элита. Все равно за месяц это все было нафармлено. Но вот именно кредитный кейс какой сейчас, ой, не кейс, хардрок, они похожие. Ну, такой кредитный кейс добавили, они реально прикольно делают, конечно. Можно было заправить туда чуть получше награды, то есть сделать и 10 тысяч кредитов, что может когда-то там кому-то прям с нереальным шансом выпасть. Ну, 1000 кредитов тоже хоть что-то, в любом случае по 5 кредитов очень удобно, оно все будет именно складываться, и можно будет самому пин-код создавать. А вот эти за короны, оно все не складывалось, у тебя миллион пин-кодов разных было, это все очень удобно, поэтому как-то так. Давай, я сейчас не скипаю пару кейсов и смотрим, что выпадает. Что выпадает? Ну, конечно, что выпадает. Золотая пушка слева, золотая пушка справа. И тебе посередине выпадает какое-то говно на один день. Ну, опять... Во-во-во-во! 3 золотых... 4 золотых доната подряд! Ну, надо остановиться вот между ними, чтобы было прям вообще шикардос. Ну, золотой калаш не долетел. Интересно, выпадет что-то повторное? Золотое. И вообще выпает ли, а то... Не, может такое быть, то, что сейчас вот эти все контейнеры, они просто улетят никуда. Да ладно! Да ты гонишь просто! Да ладно! Третий золотой донат! Что это за аккаунт? Почему? Почему я такой дебил, еще не додумался никогда на нем ничего открыть? Третий золотой донат! Я прям... Я чувствовал это, сука! Я знал, что он даст мне как минимум 3 золотых доната на этом аккаунте. Это просто невозможно! Третий золотой донат, да вы гоните! Да вы гоните, ребята, третий золотой донат разыгрывается в этом видео за лайк, подписку, абсолютно любой комментарий, как видите, как я обещал, абсолютно все отдаю вам, хоть и я и тогда говорил, когда 10 роликов назад я вот открывал такие кейсы, говорил, да хоть 10 золотых выпадет, я вам это все отдам, не, понятно, я бы отдал, но я не верю в то, что столько золотых донатов, в принципе, может выпасть, но... В любом случае, это все, дорогие друзья, может стать вашим. И я, конечно, бы хотел бы себе это все дело забрать, но мужское слово, ребята, это намного дороже. Раз я сказал, я не буду ничего там монтировать, там вырезать. Ой, не, в этом ролике совершенно случайно, не, в этом ролике совершенно случайно я себе все заберу. Нет, я так не буду, хотя, не, я так не буду, раз вы это видите, значит, я так не сделал, да? Зачем оно так делать? У меня это все золото есть, и намного приятнее это кому-то отдать. Охренеть, еще 370 кейсов, еще 373 золотые доната. Не, я в шоке, еще прикол в том, то, что выпадает разные, не одинаковые, абсолютно разные донаты. Прикол был бы больше в том, если бы мне 3 золотых калаша выпало. Кстати, ребята, лучше пишите комментарии. Что? Что, сука? Что? Что? Это не монтаж, сука, что? 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 Четвертый и... Да ну нахуй, серьезно, 4-я золотая пуха, да ладно! Охудеть просто можно, мне еще кто-то писал, то что эти кейсы говно, не покупайте их, да вы ровляйте, это самый, сука, лучший кейс в Warface! Никогда таких кейсов просто не было, которые вот так вот золотые донаты тебе давали, что 4-я золотая пуха! И еще 367 кейсов, да вы ровляйте, код РГВ, ё-моё! 4-я золотая пуха, за лайк, подписку, абсолютно любой комментарий, участвуйте. 5000 лайков, я куплю 1000 кейсов. И там мне нихрена не выпадет. И там мне нихрена не выпадет. Ну ладно, в любом случае, 4 золотые пухи, не, ну серьезно?
Не, Warface, серьезно? Ну, такое возможно, да? Просто если даже взять самую максимальную скидку на эти золотые пухи, вот самую максимальную скидку, то есть они за 4000 кредов вот эти все пухи продавались, они все имбовые, все крутые, а все равно я уже, получается, окупился. То есть, что за дела вообще, как? Надо было на этом аккаунте сразу все открывать. А может быть, я в этом видео сейчас просру всю удачу на этом аккаунте. То есть, мы же все знаем, то, что на каждом аккаунте удача, она какая-то такая посредственная. Даже если она супер максимальная, в любом случае, все когда-то заканчивается, все не вечно. Вот тут удача, она абсолютно так же когда-то да закончится. Но я готов идти до конца. Вот когда закончится, тогда ладно. Тогда мы с вами остановимся и скажем: все, спасибо, до свидания. А пока можно за 5000 лайков 1000 кейсов еще купить. Это будет очень дорого. Но если так будет сыпаться золотой донат, даже обычный не выпал, чтобы вы понимали, до сих пор даже обычного доната нету. 4 золота, сука, и разных золота. Охренеть просто можно. Вот все говорят, жадность вас погубит. Вот жадность меня не погубила. Наконец-то Warface услышал то, что я это не себе, я это хочу подписчикам подарить. И наконец-то он мне что-то годное подогнал. Ну еще 300 кейсов, охренеть просто можно. Вот, лайф-лента, видите, чисто состоящая из золотых пушек. Охренеть просто можно. Я немножко, блин, устал крутить, не надо, до 300 надо докрутить, немножко отдохнуть, или лучше не надо. Удача, может быть, куда-то денется, но 4 золотых пухи, мне кажется, это уже просто супер залетно. Я не верю, что с 300 оставшихся кейсов, ладно, золотая пуха, может быть, не выпадет, но обычно хотя бы еще одна должна выпасть, но это просто жопа будет нереальная. А может быть, еще золотая пуха выпадет? Ну, это вообще прям будет, конечно, из разряда «Что? Как? Где?» И когда, конечно. Однако, я в шоке. У меня такого еще никогда не было. В игромаркете я еще никогда столько эмоций не получал. То, что вот так быстро и так много тебе выпадает золотых пух, такого мне еще не было. Считайте, мне на этом аккаунте повезло абсолютно везде. Единственное, где мне не повезло, это в платиновом скине. Вот, еще один коллаж. Спасибо! Еще один донат. Не золотой, но хотя бы обычный. Хотя бы обычный. 5, 4 золотых, 1 обычный. Ах, не повезло что-то. Он также участвует в розыгрыше. Лайк, подписка, абсолютно любой комментарий. Но лучше в комментарии напишите, какая пуха конкретно нужна вам. Чтобы, ну, может быть, так лучше будет, если я именно буду... Еще именно искать комментарий, который будет подходить под пуху, которую я хочу отдать человеку. Я не думаю, то, что кто-то откажется от какого-то золотого доната, но вдруг у кого-то она есть, и лучше напишите, что вам конкретнее из этих пух лучше всего, больше всего надо. Жду, конечно, такой комментарий. Да мне ничего не надо, мне... зачем, у меня все это золотое есть, да, расскажем. Очень. Такие сказки я, конечно, не верю, что даже если у меня это все есть, я бы от этого не отказался. Бесплатно это всегда круто. Ну и 300 кейсов у нас остается. Это, кстати, то число, которое я открывал в прошлом видео. И нам там выпал всего лишь один золотой донат и 2 обычных доната. А сейчас с 200 кейсов нам выпало 4 золотых и 1 обычный. Охренеть, да. Я немного... Подожди, я не сплю, надеюсь. Нет, вроде бы не сплю, просто я уже с таким, кстати, сталкивался, клянусь, у меня такие моменты были, то, что я открываю, прям сижу, якобы стримлю, открываю одну коробку, выбиваю какой-то платиновый скин, открываю какую-то другую пуху, и прям, знаете, такое, на уверенности, как будто это по сценарию так должно было, как будто с админами договорился, и уже знаешь, что так будет, такой, ребята, смотрите, я открываю еще одну коробку, и выпадает еще золотая пуха. Я такой, вот это ролик классный получился. Вот это у людей сгорит. Вот это люди рады за меня будут, охренеть как. Потом я просыпаюсь, думаю, блин, а у меня ролика никакого нет. Надо что-то просыпаться, записывать. И тут я покупаю себе, как говорится, 500 кейсов. И, как видите, в принципе, неплохо себе везет. Да, давай, Warface, теперь мне 4 обычных пухи еще накидывай. В принципе, да, я согласен. Золото прям нереально падало. Спасибо тебе огромное. Сейчас еще 4 обычные пухи накидывай. Сколько нет? 3. 3 еще обычные пухи накидывай. За 300 кейсов это, конечно, дрочь немного будет. 3 обычные пухи. Но, как говорится, мне уже нереально повезло. И глупо говорить, что я чем-то недовольна. Хотя, может быть, еще золотая пуха накидается. В принципе, почему нет? Я, считайте, из 200 кейсов 4 золотых выбил. В принципе, тогда можно что-то мне еще дать. Может, там какой-то чел купил себе 1 000 000 кейсов, сидит, открывает, ему ни хрена не выпадет. И я тут чисто тайминг, охрененный, самый лучший тайминг подловил такой...
Всем привет, с вами Серега, я сегодня буду открывать кейс, из которых нам выпадет что-то крутое. Я прям чувствую, что нам выпадет что-то крутое. Не, ну, и правда что-то выпало. Так, Warface, что такое? 50 кейсов впустую? Даже обычную пуху мне не хочешь дать? Да как ты посмел? Как ты посмел, чтобы мне так не везло? Ну, это же такой крутой аккаунт. И то, кстати, про платиновый скин я вам рассказывал. Там просто чуток больше креда пришлось потратить. Там в любом случае коробки 2 крита стоили. Я там просто на 1010 критов больше потратил. Ну, всего лишь. Ну, так, для платинового скина это немного. Просто там он с гаранта не выпал, и с гаранта платину в итоге получилось так, что он не выпадает, и пришлось потратить немного больше денег, чем я запланировал, но на мужика я также себе платиновый скин на этом аккаунте добил. Хармс, что ли? Да, Хармс я платину здесь выбивал, поэтому единственное вот только в нем что-то не до конца повезло, в остальных моментах какой-то аккаунт просто бешеный. Нереальный аккаунт с каким-то нереальным шансом, все прям очень жестко выпадает. Но, как я говорил, когда-то это все закончится. Допустим, сейчас это тоже, в принципе, может быть, все закончится. Ну, типа, я выбил все, что надо было, он просто сразу мне это все дал. И кейс для меня этот будет закрыт. Ну, как закрыт, то есть, если у меня сейчас с вот этих 300 кейсов не выпадет золотая пуха, в принципе, будет вариант, наверное, 500 на 500 купить. То есть не 1000 кейсов именно на этом аккаунте, а на каком-нибудь другом аккаунте купить, потому что может быть и такое, то что все, он дал мне все, что он мог дать в этом кейсе, и больше, но он такой, ну типа, ну слушай, куда тебе больше? Ну как бы подожди, 4 пухи ты себе золотые выбил, одну обычную, ну как бы может и пойти в жопу пока что. И все, поэтому может быть и такие моменты, так что сейчас, в принципе, посмотрим, да и тем более, может, 5000 лайков еще и наберем, а может быть, наберем это 1000 кейсов сюда! Ну, я думаю, наберем, раз уж сегодня такая удача, мне аж самому интересно, с 1000 кейсов, сколько он мне золотых донатов даст. Ну, прикол будет, если, конечно, меньше, чем сейчас, все же это аккаунт нереально везучий, но сейчас 100 с чем-то кейсов улетели просто впустую, то есть, как видите... Ни хрена он мне не дал, и это уже напряжно. Почему ты мне ничего не даешь, Warface? Что там еще есть такое классное? Что-то там точно есть, то, что я еще бы хотел. Снайперка там, по-моему, какая-то есть. Снайперку можно мне в Warface еще золотую? И я все, я такой, я на сегодня все. Я пошел в тайм-аут на сегодня, прям максимальный. 196 кейсов. Может быть, не скипнуть этот кейс? Я помню, в итоге-то не скипнул, и мне Витя сразу такой золотой выпал. Может быть, он хочет, чтобы я сам посмотрел, как мне золотая пуха выпадает? Не, он хочет посмотреть, как мне золотая пролетает, а немножко не долетает обычная. Ах, золотая, блин, вот после такого, честно признаюсь, довольно опасно смотреть на все это дело, потому что вот прям думаешь, что сейчас он именно долетит до еще какой-то золотой пухи. Вот он вроде бы перелетает, вроде бы не долетает, а ты думаешь... А он все же, сука, сейчас долетит. А, нихера там еще виридианы пушки есть, то есть в скине пушки. Алло! А почему они мне не выпадают, собственно говоря? Говорю, в кейсах немного странные моменты есть. То, что либо только обычные выпадают, а золотые так, чисто как будто болванчики. Они просто есть, но они не выпадают. А тут как будто наоборот. Золотые пушки сыпятся, а обычные что-то не хотят выпадать. Просто обычные пухи, они тут именно тоже супер топовые. И хотелось бы их тоже себе на аккаунт зафармить. Давай, Warface. Обычную пуху осталось только вот так вот без скипа дать. Так, ладно, все. Я понял, надо скипать. Потому что что-то лайф-лента давно не пополнялась никаким золотым донатом. Ну-ка, что там? А, не, он кто-то калаш себе. Это я думал, это я последний золотой донат выбил. Это какой-то чел себе калаш золотый выбил. Поздравляю, у тебя еще впереди 3 золотых доната. Да, может быть, у меня тоже. Но они могут вот так даже на последних кейсах просто подряд выпасть золотые пушки. Могут вот так вот прокрут пройти. Бестолковые, ни хрена тебе, собственно, не даст. А может быть и нет, а может быть и да. Но я уже соскучился. У меня уже горло немного болит после 4 золотых пух. Но я готов еще немного поорать, слышишь, Warface? Поэтому давай. Давай, я верю. 169 кейсов. Отличное просто число. Надо скипать. После сотки, мне кажется, кейса будет что-то нормально выпадать. Сейчас чисто, вон, пушки на один день. Ну, как видите, пушки на один день, они тоже прикольные. Их прям очень хорошо расхватывают, даже на лоудоге их очень хорошо покупают. Потому что пушки на один день, которые выпадают, они тоже имбовые. И, допустим, киберспортсмены, если приходят в Warface поиграть, не обязательно они себе выбивают какие-то пушки. Они могут их на время покупать, своих тренировок, они там по 3 рубля, по 5 рублей стоят. Покупают себе, тренируются с ними, а пушка навсегда им, в принципе, не нужна. На турнирном серию все равно им дадут пушку навсегда. Это прикол, конечно, был бы, знаете, если бы администрация сделала так, то что...
Допустим, да, обычные пушки они на турнирном сервере выдают, а вот золотые, допустим, если у тебя есть на основном сервере золотая пуха, то ты можешь золотой пух играть и на турнире. Тогда, наверное, на золото спрос бы еще больше стал бы, потому что в киберспорте важны вообще любые миллисекунды, естественно, люди выбивали все золотые пухи, даже если там просто +5, +3 патрона было бы, в любом случае это давало бы какое-то минимальное микропреимущество, но даже такое микропреимущество именно в киберспорте, оно в любом случае имеет место быть. Короче, я понял, все. Закончили золотые пухи на сегодня. Я все, к сожалению, забрал. Ой, там кто-то прям обычных пух до хрена повыбивал. Что-то бред какой-то. Сколько? 200 кейсов уже подходит к тому, то, что с 200 кейсов ничего не выпало. С первых 200 прям хорошо надропалось, а последние как будто так чисто фуфлыжные. Как будто Warface неправильно рассчитал удачу. Он, знаете, не как лудомана меня развел, и так чисто, чтобы золотая пуха выпадала раз там 70 кейсов, там потом, в конце. Он сразу мне их дал, сразу меня обрадовал, и сейчас чисто эти кейсы все такие пролетные. Но у меня было, так, было такое предположение, то, что такое может быть, они там рандомные эти кейсы спамятся, и когда ты их покупаешь, сразу в них уже лежит какая-то конкретная награда. И, допустим, эти 4 золотых пушки, а одна обычная пушка, это именно то, что я должен был получить именно из 500 кейсов. Просто они, к сожалению, почему-то, ну не к сожалению, ну как бы да, они просто случайно мне все сразу выпали, а не потихоньку, помаленьку за 500 кейсов. Но хрен его знает, я не знаю, как все это дело работает. Я не верю, что мне не выпадет еще, сука, одна золотая пуха. Какая? Пятая золотая пуха. Охренеть просто. 5 золотых пух и одна обычная. Моя теория, конечно, как обычно, идет нахер. Потому что вот он, еще один золотой Витязь. Лайк, подписка, абсолютно любой комментарий. Уже 5 золотых пух. Единственная пуха, которая повторилась, это Витязь. То есть у нас сейчас 2 Витязя, остальные пухи не повторяются вообще. Охренеть просто можно. Может быть, он сейчас еще мне 4 золотых доната даст. Так чисто, ну, он расслабился сейчас. Там люди пооткрывали себе, ничего не повыбивали. И сейчас еще... Ну, как вообще может выпасть 5 золотых пух? Одна обычная. Это как вообще? Это вообще возможно? Это то же самое в коробке удачи зайти? Это же невозможно, в принципе. Как тебе может выпасть 5 золотых пух и одна обычная? Я не понимаю. Они тут шанс, походу, реально сделали лучше на... на золотые пухи. На обычной версии они может, все перепутали. Это хорошо. Пусть вот такие баги я уважаю. Вот такие баги пусть почаще будут, что золотые донаты будут выпадать лучше, чем обычные донаты. Вот это мне нравится. Да ладно, не, я уже все, я уже... Ох. Я до конца думал, то, что все же не выпадет. Вот все, эти 300 кейсов, они будут пролетные. Но все равно еще золотую пуху он мне одну дал. Может быть, сейчас будет как в том видео, то есть вот с 300 кейсов именно одна золотая и еще 2 обычные. То есть вот да, я сейчас думаю, то, что еще 2 обычные именно могут выпасть. Но если прям очень жестко повезет. Но в принципе, если не выпадет, то в принципе это тоже нормально будет. Как бы я не жалуюсь, я думаю, никто не жалуется. Что за кейс? Ну, самый лучший кейс. Ну, я в игромарке никогда еще такого охрененного кейса не видел. Если такие кейсы добавлялись, вот, ну, где было... Что? Шестой золотой донат, 3 Витязя. Не, подожди, шестой? Я запутался. Шестой или седьмой? Я запутался. 3 золотых Витязя, это, подожди, это сколько? Да, это 6. 3 золотых Витязя, сука! 6 золотых пушек и одна обычная. Я не верю в это. Вы верите в это? Я сам бы, если бы смотрел это видео, подумал, что это монтаж. Ну такого ж просто не может быть. Ну кто? Кто пишет, что эти кейсы говно? Кто? Как? Как? Там возможно? Что с него сыпет вообще? Что с него сыпет? Я честно признаюсь, когда я покупал за 8000 рублей 500 кейсов, я такой, блин. Такой, блин, как жалко. Это ж столько бабла. Ну это что? Как так? Как он сыпет столько доната золотого? Я просто в это не верю. Может, я сейчас страницу обновлю, и у меня тут ни хрена... Да не, в LifeLentis показывает вон золотый донат. Обновляю страницу, у меня там... Не, ты, Серега, ничего не выбил. У тебя вон обычный фабарманин выпал с 500 кейсов, и все. Да, я такое говорю. Да, может быть, еще два обычных выпадет? Да, два обычных. Блин, а 7 такое число красивое. Вот если на 7 золотых донатах остановиться, это будет очень красиво.
Это, конечно, уже наглость. Нереально, я согласен. Ну, хотя 7 донатов, считайте, мне и выпало, да. 6 золотых, 1 обычный, да. Число очень красивое. Ну, 7 именно золотых было бы, конечно, процессуально. Давай, 4-й, Витязь, давай мне золотой. Лучшая пуха на планете. Ну, кстати, топовая пуха. То есть, все эти пухи, которые выпали, это именно топовые пухи. Топовая мета, с которой нереально можно нагибать в Warface. И вы представляете, насколько сегодня просто повезло. Оу, щит, 36 кейсов осталось. Я уже чисто с потом на лбу докручиваю все эти кейсы. Не верю, что, конечно, что-то еще может выпасть. Но, как видите, насколько тут удача именно в этом аккаунте. Да это все в этом аккаунте дело. Все в этом аккаунте дело. Да просто на нем всегда везет. Я не знаю, куда ни зайдешь, именно на этом аккаунте на нем все выпадает. Я же когда только создал этот аккаунт, на нем сразу выпала золотая берета и золотой бушмастер с 5000 кредитов. И еще там обычно наты нападали. Сразу аккаунт дает понять, что он, сука, тебе все в этой игре будет давать. Он, сука, везучий. Тебе все будет выпадать. Не знаю, как так получилось. Я не знаю, как так получилось, но мне это, сука, нравится. Warface, продолжай. Мне это еще как, деточка, нравится. Ай, 16 кейсов. Ладно, все. О, кто-то еще золотую пуху прямо сейчас выбил в лайфленте. Я подумал, что это я. Не докрутился просто еще немного, не доскипался, подумал, опа, сейчас золотая пуха еще одна выпадет. Да нет, куда, Серега, успокойся. Тебе сегодня так, 6 золотых донатов, 1 обычный. Как это возможно? 6 золотых, 1 обычный, как? О, надо забрать. Люгер, наган, да! Еще плюс 2 доната, кстати, чел, АМ-17. Кстати, АМ-17 сегодня так и не выпал, АМ-17, она прям лучше всего выпадает. То есть, кто там не покупает, даже 10 кейсов люди покупают, и золотую АМ-17 выбивают. А мне сегодня чисто 3 витязя. Зачем какие-то АМ-17? Так, ладно. Эти кейсы я не буду скипать. Может, напоследок какой-то обычный донат мне захочет дать. Да, витязь там как раз не долетел. Немножко, миллиметр до витязя. Осталось, и он не долетел. Да, что за трэш сегодня в видео? Я просто в шоке. Никогда такого не было, и вот никогда. И вот никогда такого не было, и вот опять, как говорится. Все, 500 кейсов, ребята, открыты. Смотрим. Редкие товары. Раз, два, три, четыре, пять, шесть золотых донатов и один обычный калашников разыгрывается сегодня в этом видео за лайк, подписку и абсолютно любой комментарий. Если этот ролик наберет 5000 лайков, я покупаю 1000 еще таких кейсов. И тоже все, что там выпадет, я отдам вам. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Мы с вами увидимся. Всем удачи. Всем пока. Kingston.